Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре новая жестокая игра на Android. В этой игре сейчас мы будем уничтожать куклу под названием Бадди. Это топовая игра от топового разработчика, которая сейчас набирает популярность. Ну а теперь давайте уже разбираться. Мы находимся, так сказать, в этой коробке, где находится та самая кукла Бадди. И здесь мы ее будем уничтожать различными способами. Давайте сперва побьем ее, посмотрим, как это все выглядит. И потом уже посмотрим на наш магазин. А магазин, ребята, очень большой, там много чего есть. А также есть как бы корзина. Если ваша кукла Бадди вообще ужасно выглядит, нажимаем на корзинку, и она, как бы, знаете, в новом виде у вас появляется. Нажимаем сюда вот, и здесь у нас есть что? Декор. Это различные прембабасики, фоны, да, типа обои. Возвращаемся назад, есть настроечки, здесь много всего, есть статистика, там голос, музыка, звуки, в общем, разберетесь, если что. А вот, здесь мы также можем, получается, добавить кровь, но чтобы добавить кровь, нам нужно правильно купить ее за реальные деньги, так что, ребята, не вздумайте, конечно, покупать, но если хотите, можете купить, я просто вам сказал. Есть профиль, так, ясненько, и вот самая крутая фишка в этой игре, это вот она, это магазин. Здесь много, ребята, всяких прикольных оружий, посмотрите. Бомбы, объекты, там просто автоматы какие-то непонятные, мечи, ножи, музыка, еда. Блин, все есть здесь, посмотрите, сколько здесь много всего. Животные там были, офигеть, хоррор, спорт, офис. Офигеть, игры, это круто, ну что, давайте нажмем на оружие, посмотрим, что у нас здесь. Так, по идее, для чего-то нам нужны деньги, за что-то мы сможем получить бесплатно, да, но большинство, как видите, деньги, то gold, то баксы, конечно, фигово. Ага, чтобы, ребята, получить эти бесплатные оружия, мы должны посмотреть рекламный видеоролик. Если хочешь получить это оружие, то, в принципе, смотри. У меня денег нет, поэтому есть только берета. И все, больше у меня нет ничего, но давайте с берета постреляем, посмотрим, как это все выглядит. Так, стреляем. А еще, ребята, знаете, что я хочу вам сказать? Что таких игр довольно-таки много в Play Market, но дело в том, что это совсем не игры, а как бы рекламный вирус на Android. Мы скачиваем игру с такими вот скриншотами, да, Бадди и все прочее, заходим, мы видим не игру, а рекламу каждые 5 секунд. Но наконец-то эта игра все-таки вышла. Я думаю, вы ее цените лайком, подпиской на канал и крутым комментарием. А мы продолжаем смотреть, что у нас еще имеется в магазине. Так, здесь у нас вот такие вот прембасики. Давайте используем это. Так, вот так вот. Но. Вау, как прикольненько это все выглядит. Конечно, жестоко, но извиняюсь, ребята, это все-таки такая вот игра. Здесь нам подарочек дают. Крутяк! Хоть что-то нам здесь и дают. Так, давайте вот так побьем его. Конечно, не так уж это и реалистично выглядит, да, удары и все прочее, но все равно есть какие-то он у него синяки под глазами. Я думаю, прикольненько это все. Почему я думаю? А, все, он умер, нафиг. Он умер. Нажимаем сюда вот. Блин, извини, брат. Ты живой? Давай, живи. Фуф. Ребята! Что ж такое-то? Вов, я думал, все, он умер и никогда не встанет. Нет, он воскресил. Так жалко его даже бить, если честно. Ну, увы, такая игра. Так разработчик это все придумал, и мы должны делать это все так. Что удивительно, то, что очень круто, но здесь реально, очень много оружия. Даже не знаю, как вам больше еще сказать. Так, граната, лови гранату. Лови гранату. Так, давайте его закидаем просто гранатами, вот так вот. Вау, также присутствует физика, то, что... Мне очень нравится. Так, вау, нифига себе. Я знаю, во что я сегодня буду залипать. Это в эту игру. Так, какие-то объекты, но это неинтересно. Обычные шарики. Ну, что они сделают? Так, музыка. Нет, он не музыкант у нас. Еда какая-то. А, да, можно вот так томатом в него покидать. Так, нет, нет, не так. Отойди сюда. Отойди вот сюда. Взять здесь. Сейчас тебе томат прилетит. Так, не так. А, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, а, вот так. Я думаю, как... Ясненько, это мы тоже поняли. Дальше, это у нас какая-то фигня здесь. Такое вот. И что, больше ничего вы не дадите мне так бесплатно, просто так, что ли? Надо нам баксы, что ли, зарабатывать? Ну, вы достали. Во, у меня есть же деньги, давайте вот пчел купим. Все, а, нет. Почему это не покупается?
Написано, что нужен интернет. Ладненько, ладненько, ладненько. Ну что, давайте, я думаю... А, вот, я УЗИ купил, но почему там мне требовалось включить интернет? Не знаю. Ну что, давайте, ребята, на этой картине будем прощаться. Это все, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи, пока.